Я мастер декоративно-прикладного искусства Бородова Татьяна Борисовна, севастопольский мастер. Давайте клубничку. Что такое клубничка? Помните, мы кружочки писали? Повторим вот это умение писать кружочек. Учимся мы на обычный гуашь, хотя потом расписываем тоже водяными красками акриловыми. И обратите внимание, что такое клубничка? Это вот как бы начинаешь кружочек писать, а потом раз и поворачивай, и на другой кружочек. Половинка клубнички получилась. И с этой стороны как будто кружочек, потом раз, так повернули. Вот клубничка получилась такая фигурная. Клубничка есть еще и другой формы. Она у нас активно используется и та, и другая в виде сердечка. Раз, два. Это просто. Раз, два. Клубничка. И формы их может, конечно, разнообразные быть. Там уже вы сами... Своя рука владыка у художника, как хочет, так и пишет. Лишь бы это было красиво, гармонично и быстро. Можно такой формой изобразить клубнику. Вот такие методические материалы. Нужно тренироваться, много тренироваться. Зелененько. Немножко красный. Поскольку нам много не надо, я возьму прямо отсюда. Такая клубничка получается, полузелененькая, полукрасная, полужелтенькая. Берем зеленый цвет и начинаем. Опять же, помните нашу травку, которую мы вот так делали, да? Помните? Вот так вот мы делали травку. И здесь мы ее используем. С тонкого начинаем и с нажим. Так, получилась травка. Так. Потом берем черненькую. Я лично всегда кончики подчеркиваю. Хотя можно и зелененьким оставить. А я вот так подчеркиваю всегда тонкими элементами. Она бывает более так определенная также. Вот. Вот получился оттенение клубники. Так в севастопольской росписи мы оформляем. Ну, кстати, и в хохломе нечто подобное тоже используется. И в семеновской росписи нечто подобное используется. Наверное, оттуда какие-то навыки мы и взяли, потому что начинали с этого. А точечки на клубнике не ставятся? Ставим, ставим. Вот сейчас можем поставить и точечки. Так, единственное, что я... Желательно, чтобы она высохла. Просто мы торопимся, поэтому по-сырому делаем. А вообще, желательно, чтобы это высохло сначала. Вот что-то подобное. Потом на самой клубничке можно тоже вот так поставить здесь. Желтенькие точечки. А с той стороны можно такие поставить. Вот так получается.